Подожди, если перед нами сейчас настоящий Мадара, значит, тот парень в маске — фальшивка? Это сейчас и не важно. Нам нужно остановить его. Это новая объединенная армия? Зная его, у него наверняка есть план. Зачем иначе ему воскрешать меня таким образом? Меня зовут Кабуто, его помощник. Твое воскрешение особенное. Я кое-что подправил, и теперь ты сильнее, чем при жизни. Да откуда тебе знать, каким я был при жизни? Ниоткуда. Вот почему я хочу, чтобы ты показал мне свою легендарную силу, Учиха. Начнем. Не смотрите ему в глаза! Наступает Датэбайо! Огня. Великое огненное уничтожение. Огромный Разумган. Наруто! Да, вперед! Рассен Сюрикен! Он поглотил технику? Да что за нах? Откуда у него Ринеган, Датэбайо? Мои догадки оказались верны. Следующая ступень после Шарингана — это Ринеган. Как я тебе и сказал, я сделал тебя еще лучше, чем при жизни. Ты смог заполучить частицу силы Бога, силы мудреца шести путей. И все благодаря моим изменениям в твоем теле. Я просто проверял гипотезы, созданные Орочимару самой в течение долгих лет. Это что? Сила Бога? Он нам не по зубам. Быть не может. Да что же это? Черт. Нам не сбежать. Это конец. Метеорит? Как он? Такие ниндзюцу вообще существуют? Уходите отсюда как можно дальше. Нельзя сдаваться, ничего не предприняв. В этом суть техники воскрешения. Уничтожить всех ценой своей жизни. Мы все равно вскоре восстановимся. Что старик Сучикаги делает? Он хочет остановить метеорит. Шиноби, умеющий летать? Это тот ловкий пацан из камня? Стихия земли, легкая скала! Что ты будешь делать со вторым, Оноки? Камень, огромный настолько, что способен закрыть все небо, упал на четвертый отряд! Вот почему эта тряска! Цунадо сама! Таким темпом? Я выхожу! Да что ж тут творится-то? Столько людей убито! За секунду! Что это такое было? Парень с резиной! Я просто клон! Зачем ты спас меня? Мне жаль остальных. Но клон ты или нет, ты нужен здесь. Значит, это и есть сила мудреца шести путей. Великолепно. Что со стариком Цучигаги? Все нормально. Но серьезно ранен. Кабуто, да? Как много ты знаешь обо мне? Ты неплохо подготовился. Ты знаешь о нашем плане? Я хочу кое-что проверить для начала.
Это чакра, призывающая меня. Мадара! Этот парнишка Джинчурики Девятихвостого, Узумаки Нарутакун. Захватить его не проблема, но тот, что перед нами, клон. Стихия дерева, непроходимый лес! У меня почти не осталось чакры. Что же мне делать-то? На этот раз я тебе одолжу свою силу. Опять хочешь захватить контроль над моим телом? Если подчиняться кому-то, то лучше тебе, чем ему. Если я и дальше смогу использовать Мадару, исход битвы будет в моих руках. Не думал, что он станет настолько сильной картой. Множественное теневое клонирование! Баррикада гигантских Розенганов! Я использовал всю чакру, что дал мне Девятихвостый за раз. Я могу исчезнуть в любой момент. Пришло мое время пожертвовать собой для победы. И противника более достойного быть не может. Давным-давно ты заставил меня позабыть, кто я. Теперь ты отправишься на покой. Похоже, они еще могут потанцевать. Говоришь, тебя зовут Мабуи? Приготовься использовать технику телепортации. В отличие от техники призыва, она не может телепортировать людей. Единственный, кто смог выжить при телепортации, это третий Райкаги-сама. Это можно было бы попробовать с четвертым Райкаги-самой. Но для вас, Цунаде-сама, это невозможно. Пожалуйста, одумайтесь. Это рискованная игра, а вам не везет в азартных играх. Все иначе, когда ставка «Моя жизнь». Мадара принадлежит клану Учиха. Если мы не сделаем ничего с его стихией огня, у нас не будет и шанса на победу. Мы используем технику парящего бога грома. Я удивлена. Мгновенный перенос через другое измерение. Это разве не техника четвертого Хокаге? Это стоило того, чтобы прожить такую долгую жизнь. Дожить до дня, когда пять Каги будут сражаться бок о бок.